Всех приветствую. Продолжаем рассматривать картины. Александр Иванович Дмитриев Мамонов. Сражение при Фер-Шампенуазе 13 марта 1814 года. Картина написана не позднее 1836 года. Холст, масло, приобретена в 1997 году. В истории сражения при Ля-Фер-Шампенуазе именуют двойным. 13-25 марта 1814 года более чем 100 тысяч русско-австро-прусских войск главной и Силезской армии своими кавалерийскими авангардами с поддержкой артиллерии последовательно атаковали и отбросили с позиций сначала два армейских корпуса маршалов Мармона и Мортье, которых было до 20 тысяч человек, а затем, переменив фронт, отбросил две резервные дивизии генералов Пакто и Аме, это около 5 тысяч человек, состоявшие из частей Национальной гвардии. На картине изображены завершающие атаки союзной кавалерии на последние каре этих дивизий. На переднем плане император Александр I со своим штабом. В глубине картины атакующие французов эскадроны. Справа кавалергардского, слева лейб-гвардии казачьего полков. В глубине картины видны отступающие в большом беспорядке войска французских маршалов. Победа в этом сражении открыла союзников путь на Париж. Ну вот такое описание к картине сражения при Фер-Шампенуазе 13 марта 1814 года. Автор Александр Иванович Дмитриев Мамонов. Я нашел в интернете. Картина находится в главном штабе Эрмитаж, Петербург. Пока-пока, до свидания.